На Самара ГИС работают самые красивые девушки. Наш журналист Елена Нижегородцева выиграла в европейском конкурсе красоты и скоро вернется на наш телеканал из декрета. Говорит, не любит компромиссы. У Елены трое детей, она любит экстремальные виды спорта. Еще 16 лет она мечтала о подиуме. Говорит, каждая девочка мечтает стать королевой. Своей короны Елена уже добилась. И не одной, а 5 побед в российских и европейских конкурсах красоты. Среди них «Мисс Поволжья 2019», конкурс статусного художника-модельера Вячеслава Зайцева. К европейскому конкурсу красоты она готовилась особо. Ты должна показать не только свою внешнюю красоту, но и внутреннюю, свои таланты, способности. Готовиться нужно заранее, где-то, возможно, за 2-3 месяца. И не только конкурсы красоты. Елена – авантюрист, не любит медленного течения жизни. Недавно стала на сноуборд, уже 10 раз прыгнула с парашюта. Одновременно воспитывает 3 детей – Даниила, Кирилла, Владислава. Мальчики, как и мама, полный спектр эмоций. Упрямство, настойчивость, тяга к красивому. Елена говорит, тяжелый график не мешает воспитывать детей, поддерживать с ними связь. Был очень тяжелый график, такая сложная подготовка, и свободного времени мало оставалось. Вечерами, когда уже заканчивались мероприятия, я звонила, скучала, переживала, спрашивала, как они. В планах Елены вокальный проект и, возможно, в декабре участие в конкурсе «Мисс Мира». Семен Безгинов, Константин Головин, «События».